Ну, чтобы сказать, что я приехала, я первый раз говорю. Ну, вы понимаете, свои, все свои сферы, я не выходит. Вы здесь с какой целью находитесь? Почему вы здесь сейчас, в данный момент? Приехал сам к собаке. Это хозяйство здесь чье? Ну, а это аренда. Арендуете здесь? Да. Вы арендуете? Да. Понятно. Что там в доме у вас происходит? Пробовали варить наркотический свет. Вы сами пробовали? Да. Понятно. Давно вы этим занимаетесь? Нет, месяц-два, может. Продавали уже что-то, да? Я не продаю. А куда вы это все деваете? По запросу. По запросу. Варите и кому-то отдаете? Люди, которые все это организовали. Я их не видел ни разу. Так, понятно. Низкий, вы можете, значит, открыть. Положи в передний карман, Олег. Угу. А то там сядешь, раздавишь. Мы сейчас заходили? Сильно не отдыхать. Да, ходи. Так, снимаешь, и ты не приходишь. Извините. Дальше. Да, понимаете. Потихонечку на стол вытаскивайте. И на стол складывайте. Надо было одеть-то. Еще есть? Нет. Вот по изготовлению чего-то... А что это и как называется, я не знаю. Для каких целей это употребляется, кем? Я не знаю. Не знаете, сами употребляете его, что ли? Олег, что такое? Готовы уже? Нет, золото нации. Нет, готовы. Чем? Чем пахнет? Ну, это, короче, не нужен. Ну, у меня, да, вообще, да. Справки, пакеты давай. Неси. Какой общий? Будет отдельный объект, отдельная будет справка. Покладывает. Молодцы могут и в одной справке. Вот, видишь, там упаковки и. Я перестал один пакет. А это что такое? Зеленое, цвет разный. Да вообще. Мармелад. То же самое. А ты говоришь, маску надо. Видишь, даже маску не надо. Это вообще вонючий. Еще. На чердаке еще. Сейчас вот этот весь сверток будет снимать. Ну, изъят сверток, мы же его раскрыли. Сверток, из которого потом... И еще что-то из этого, да? Сейчас, да, я положил вот так вот сверток, и все. Да.
Можете вас отпускать, потому что не успеваете, да? Жизнь с вами. Да.